собрана динамичная работа кипит. Дело нешуточное. Видите, там у нас есть шлюз, там вот центральный. Помоги! Перекрыть плотину, наполнить бассейн. В обратную сторону. Научная справка для начинающих. Винт Архимеда. Воду поднимать. И командный зачет. Водная станция 100 квадратных метров игровой поверхности принимает первых естествоиспытателей. А вот здесь даже сразу и не разобраться, что происходит. Кто-то изучает основы физики, кто-то применяет знания на практике. В общем, все пределы. На практике здесь применили передовые научные разработки и уникальные технологии. Получилась детская площадка размером в 2 гектара. Самая большая и самая инновационная в России. Мэр Собянин оценивает результат. Судя по счастливым лицам ребят, парк Горького через 90 лет прошел через свою реинкарнацию, возродился и снова стал самым популярным местом для москвичей. Классик сказал, что парк Горького – это фабрика счастливых людей. Сегодня, глядя на москвичей, можно подтвердить эту фразу. Юбиляр парк в свои 90 обрел вторую молодость. Зеленый театр и кафе, ландышевая аллея и аттракционы, танцплощадка и колоннада главного входа. Ностальгический мир, отреставрированный и наполненный заново атмосферой и настроением. Впечатление супер! Это просто класс! Это комментарии восторженных скалолазов. Ужас просто! Круто! Очень круто! Экспертная оценка аэродинамической трубы. Тут бесплатное мороженое продают, а такой, ура, бесплатное мороженое! Реплика проголодавшихся первопроходцев, набравшихся сил для новых испытаний. Например, взобраться на башню 9 метров высотой. У подножья уже выстраивается очередь отважных покорителей. Или, поднявшись на мега-качелях, оценить пространство овальной формы, чем-то напоминающий колесо обозрения, символ старейшего парка. Если верить фантасту Уэллсу, эта фабрика заработала на полную мощность.